Вот и все. Закончился мой отдых. Целую неделю прожили в Сочи парк-отеля. Сейчас выехали опять на машине в сторону Краснодара. Едем домой. Да, погодка, конечно, была не очень хорошая, но бывали и солнечные дни. Много где побывали, много что посмотрели. Были в Красной Поляне, поднимались на подъемнике на высоту 2200 метров. Были и в скайпарке, прогулялся по подвесному мосту на высоте 200 метров над уровнем земли. В веревочном парке полазил по канатам, по всяким. И так много всего было в первый раз. И на целые сутки брал электрособокат и катался. Весь Олимпийский парк объехал на самокате. Тоже все в первый раз. Все надо попробовать. Целый день провели в Сочи парке. Катался почти на всех аттракционах. Только, правда, на самых таких страшных не поехал. Немного страшновато было. И карусели, и машинки, и на чем только я не ездил. Ну вот, а теперь дождик. Едем, едем, едем. Пока всем.